очень просто. Это будет вот это сердечко. Мне кажется, что папа выбрал вот это сердечко. Ангелочек и сердечко. Ну, а я выберешь? Выберу, пожалуй, вот это изделие. Я надеюсь, что я угадала. Я выбираю вот это. Я поставлю мне как-то вот это. Раз, два, два. Ёлка сломала. Мою ёлку сломали. Мы с папой угадали верхушки. Вы на канале Види Даша. Привет, друзья! И сегодня у нас челлендж. Телепатия Ёлка Челлендж. Скоро Новый год, поэтому мы снимаем для вас новогоднее видео. Правила будут очень простые, вы поймете все в процессе игры. Да. Ну что, Даша, ты готова? Да, но перед тем, как мы начнем, вы должны подписаться на мой канал. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, и мы поехали. Ну что, мам, давай нам игрушки. Закрывайте глаза. Да-да-да-да. Что там? Можно? Можно. Даша, а кто первый будет выбирать? Деся, ну давай начнем учить. Давай. Чуванчи. Чуванчи. Я выиграла. Начинай. Даша начинает. Вот этот. Ну, я предполагаю, что Даша выбрала вот этот. Я думаю, что именно такой шарик выбрала Даша. А мы идем дальше. Мама, давай следующие шарики. Теперь моя очередь выбирать цвет. Давай. Эти два шарика, эти два цвета очень сочетаются, не правда ли? Нельзя подсказывать. Ну, я же не сказал, какие сочетаются. Я думаю, что вот этот, потому что он очень подходит под такой новогодний стиль. Великолепно. Поехали дальше. Следующий комплект украшений. У, звездочки. Так, у нас вот такие красивые две звезды. И чья очередь сейчас начинать? Моя. Я думаю, что вот это. Интересно, кому папа выберет. Может, даже вот так смотрится наша елочка со звездочкой. Угу. Мам, давай следующие игрушки. Так, теперь у нас... Бантики. Бантики. Моя очередь выбирать. Такой цвет у нас уже есть. Давайте возьмем вот такой цвет. А я вот такой выберу. Уж очень интересно, какие у нас получится с Дашей елки. Друзья, как вам мои рожки, которые светятся? А мои? Я похож на новогоднего Ренифера. Мне кажется, папа большой, у него такие маленькие рожки, а я маленькая, у него такие большие рожки. Ёлочки. Пам-пам-парам-пам. Теперь Даша первая. Я думаю, что выберу вот это. Даша выбрала вот это, вот да? Вот это. Ну, я тоже думаю, что Даша вот это выбрала. Супер, просто. Экстра. У меня все время рожки и оленя пахнут. Здесь я прекрасно. Та-дам! Волосатые шарики. Блин, лучше бы я выбирала. Ну ладно, пап, давай. Привет, я Даша. Подпишись на мой канал. Выбирай. Конечно же, вот такой цвет. Даша, наверное, сейчас, я думаю, не угадает. Я думаю, что папа выбрал вот этот. Следующий. Давайте. Давайте. Та-дам! Колокольчики. Даша, не толкайся. Я ты не толкаюсь. Ты что толкаешься? Кто первый выбирает? Я выбираю. Я думаю, что Даша выбрала вот этот. Посмотрим, посмотрим. Так, наша елочка уже становится красивее и красивее с каждым раундом. Да. Мне кажется, что моя елочка более красивая, чем папина. Мне так кажется. Мама принесла нам сердечки. Я начинаю, да? Наверное, да? Все очень просто. Это будет вот это сердечко. Мне кажется, что папа выбрал вот это сердечко. Дабы его повесить. Вот сюда. Вот оно у меня тут будет. Даша, выбирай. Я даже не знаю. Я, наверное, выберу вот это. Он оригинальнее, чем этот. Вот сюда. А я прицепила мой вот сюда. Ангелочек и сердечко. Ну, а я выберу, пожалуй, вот это изделие. Я надеюсь, что я угадала. Просто надеюсь. Мне уже не терпится посмотреть, какая елка получилась у Даши. Та-дам, та-дам, та-дам. Моя очередь. Я выберу вот это. Я хотел вот это выбрать, но здесь оторвался хлясть, поэтому я выберу вот это. И вот это будет очень хорошо смотреться вот в этом месте. Мне кажется, я уже знаю, что я выберу. А я, кстати, вот это повешу себе вот сюда.
Окей. Есть. Подожди. Класс. Да. Так, папа, какую ты выбираешь? Ну, наверное, вот эту. А скажешь, какую? Конечно же, нет. Какая же больше подходит? Наверное. И мы сделаем вот таким образом. Я думаю, что вот это. Ну что, давайте следующий раунд. Так, быстро. Я выбираю вот это. Я поставлю. Мне как-то... Вот это. Стоит? Ровно? Ну, серьезно. Пап, ты готов снять эту перегородку? Да, Даш, готов. Раз, два, два. Мою ёлку сломали. Я только не понимаю, зачем глаза закрываем. Это так, чтобы папе по голове, и папа ничего не видел, да? Мы с папой угадали верхушки. Верхушки у нас похожие. Так. А эти цветочки у нас тоже похожи. Похожие. Эти два шарика, вот эти. Папа такой вот. А ты выбрала другой. Вот он. А я выбрала вот этот. Волосатые. Блин, а я выбрала другой. Да, вот тут мы с Дашей, конечно, немножко не попали друг в друга. Я думала, ты темный выберешь. Ангелочки у нас тоже, да? У тебя ангелочки, у меня ангелочки. Да, у меня ангелочек. Класс. А звездочка какого цвета у тебя это? Желтого. Тоже желтого? Что-то где она? Вот она. А сердечко вот это? Какого красное. Цвета? Сердечко красного цвета. У папы синий вот этот бантик. А у меня золотой. Бантик. Ребят, вот такие у нас получились елочки. Такой интересный челлендж. Мы очень вам советуем со своими родителями дома сыграть в такую игру. Да. Посмотрите, как у нас получилось. У нас с Дашкой практически совпали вкусы. Да. Да. Дай 5. Кстати, если вам понравилась моя елочка, ставьте 1 плюсик. Если папина, ставьте 2 плюсика. Я думаю, что вы выберете мою, потому что она оригинальная. Давайте так. Выберите Дашину елку и поставьте 2 плюса. А если вам понравилось это видео... Тогда подписывайтесь на наш канал. На мой канал? На наш канал. Я помогаю тебе снимать видео. Это мой канал, там моя фотография. Хорошо. Тогда подписывайтесь на мой канал. Ладно, на наш. Амир боится уже, что папа заберет канал. Тогда подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайкосики. Лайкосики. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И всем пока! Пока!